小白那批厂子的来加速上一点装钱马桶压皮就是说那么的搞下去那什么 welcome 这些东西Более тысячи западных последователей 17-го Кармапы собрались, чтобы послушать обращение его святейшества и получить от него благословение. Дорогие друзья, вы прибыли сюда из разных стран Запада. Вас не остановила ненастная погода, которая стоит сегодня, и вы все же пришли, чтобы встретиться со мной. Это большая честь, и я благодарю вас за это. Я рад приветствовать сегодня каждого из вас. And I'm sitting in the first experience in some of the chicken Georgia and Chicago. First experience was great. Gets away great. The year I come to the time when they want a future shot. Good chamber. Some of the time they were monoshoe. Я думаю, что все вы прибыли в Индию, страну с развивающейся экономикой и с блестяще развитых в материальном отношении стран. И особенно здесь, в Бодхгае, условия, конечно, совсем не похожи на те, к которым вы привыкли у себя дома. Да и погода здесь в это время года не самая приятная. Для кого-то из вас это, возможно, первая поездка в Индию, в которой вам наверняка пришлось столкнуться с целой палитрой непривычных переживаний. Кроме того, чтобы добраться сюда, вам пришлось буквально пересечь 7 морей. Но какие бы взлеты и падения не выпали на вашу долю за эти несколько дней, я надеюсь, что эта поездка для вас будет очень полезной, и полученные здесь знания пригодятся вам в дальнейшей жизни. Вообще-то я немного говорю по-английски. Только не очень хорошо. Не очень хорошо. Даже не знаю, как сказать. Я очень доволен. Рад. Я рад видеть вас здесь. Вот что я хотел сказать. Ашу-джи. Ашу-джи. Ашу-джи.
Я очень рад видеть вас всех здесь сегодня утром. Вот что Его Святейшество хотел сказать вам по-английски без переводчика. А дальше Его Святейшество продолжил, что вот уже несколько дней здесь, в Бодгае, Его Святейшество Далай-Лама дает учение по 5-6 часов в день. И для всех нас это очень благоприятно, что мы собрались здесь по такому особому случаю. Однако, один из моих друзей сказал, что эти учения, конечно, драгоценны и поразительны, но пожаловался на то, что они проходят в очень сложных условиях и в большой тесноте, потому что на них собралось столько людей. В отношении практики дхармы мне, пожалуй, нечего добавить к тому, что говорил все эти дни во время учения Его Святейшества Далай-Лама. Однако, если постараться выразить в одном предложении суть дхармы, то можно сказать, что она заключается в том, чтобы на протяжении всей жизни стремиться стать хорошим человеком. В основе нашего поведения, наших чувств и действий лежит мотивация, наши внутренние наклонности, которые мы развиваем в себе и которые побуждают нас совершать то или иное действие. Поскольку именно мотивация определяет природу наших действий, совершаем ли мы хорошие или плохие поступки, то мотивация очень важна. Мотивация приобретает особенно важное значение именно сейчас, в 21 веке, когда информация распространяется с такой невероятной скоростью. По той же причине повышается важность осведомленности, потому что зачастую мы что-то знаем, но не в полной мере. А бывает, что мы что-то знаем, но не предпринимаем действий, не спешим действовать. Очень важно, чтобы наши знания получали отражение в нашей повседневной жизни, превращались в положительные действия, в основе которых воспитанная нами положительная мотивация. Его Святейшество также подчеркнул, что мы должны развивать в себе сильное устремление к тому, чтобы творить добро, становиться лучше, испытывать сострадание к другим существам. Это устремление должно стать нашим верным другом и спутником на всю жизнь.
Я думаю, в 21 веке влияние человечества, я понятно говорю? У меня плохое произношение. Мы почти не контролируем результаты своих действий. Мы должны очень тщательно все взвешивать. И к своей внутренней мотивации подходить с большой осторожностью. В 21 веке действия каждого человека оказывают чрезвычайно сильное влияние. Иногда эффект от наших действий может быть невероятно мощным. А потому нам надо быть очень осторожными в своем отношении к жизни. В основе всего, что мы думаем, делаем или говорим, должна лежать очень чистая положительная мотивация. И нам следует быть очень внимательными и осторожными в отношении своей внутренней мотивации. Многое из того, что мы делаем, оказывает воздействие на окружающую среду. Большинство проблем, связанных с окружающей средой, с которыми мы сегодня сталкиваемся, по сути, дело рук человеческих. Мы оказываем очень сильное разрушающее воздействие не только на свою собственную жизнь и жизнь других людей, но и на жизнедеятельность и среду обитания многих других существ на этой планете. И хотя нам все это известно, мы, тем не менее, ничего не предпринимаем, чтобы изменить самих себя. А ведь это очень важно, если мы хотим уменьшить страдания, которые испытывают другие существа из-за наших действий, нашего неправильного поведения. В буддийском учении говорится об особой важности мотивации. Мотивация должна быть положительной, и она должна пронизывать наши повседневные действия. Его Святейшество говорит,
что мы должны научиться воспитывать собственный ум. Каждый должен стать учителем самому себе. Духовный практик может просто стоять мирно, испытывать добрые чувства, но я думаю, что этого недостаточно. Иногда нужно быть более деятельным. Приносить пользу другим живым существам, способствовать положительным изменениям в нашем мире на благо будущих поколений. Это наша обязанность как духовных практиков. Иногда люди думают, что человек, занимающийся духовной практикой, он такой странный немного. Но я думаю, что мы должны быть хорошими людьми, с добрым сердцем и очень деятельными. Вот что я хотел вам сказать. Еще раз повторю, я очень рад видеть вас всех в этот очень холодный день. В заключение, Его Святейшество хотел бы пожелать вам всем, чтобы время, проведенное на учениях, принесло вам большую пользу. Пусть благословение Калачакры, которое мы все получим в ближайшие дни, прибудет с нами как драгоценный дар. Спасибо.